Здравствуйте, клуб уважаемые любители летных видов спорта. Хьюстон, у нас проблемы, и проблемы очень реальные. Шасси не выходит. Я сейчас ушел вверх, не стал приземляться, набрал высоту. Пытаюсь разобраться, почему в лагере не выходит шасси. Сейчас двигатель. Сбрасываем обороты на двигателе. Выключу мотор, чтобы не отвлекаться на это. И попробуем несколько раз еще попробуем повыпускать шасси. Может, что и получится. Было у меня две посадки без шасси. Конечно, в этом нет ничего страшного. Приземлиться-то мы приземлимся. Брюхо жалко, да? Брюхо жалко планера. Ну и совершенно непонятно, что за причина. Это у нас здесь чисто, насколько я могу видеть. Ну понятно, да. Тут. Так, двигатель в полуубранном положении. Ну вот, друзья, вот эта ручка шасси. Вот она сейчас в состоянии закрытом. Вот я пытаюсь ее... Давай вместе с тобой. И вперед. Раз, 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 раз. Оно реально упирается и просто не дает ничего сделать. Так, а ты по максимуму можешь как-нибудь вперед? Ну давай, сейчас назад. Она хотя бы закрывается. Закрылась, хотя бы закрывается. То есть, грубо говоря, мы хотя бы можем усесть так, что у нас не накроются створки. Вот, мы сейчас парим в восходящем потоке, благо, благо есть в чем парить. Видите, гора Рамбар дает нам небольшой восходящий поток. Я пытаюсь сейчас придумать, что же мне сделать, чтобы приземлиться таки с вот этим вот чертовым. То есть без шасси-то я могу приземлиться хоть час. Створки закрыты. И я ничего не могу, ну, вот, створки закрыты, я могу спокойно приземляться. Значит, для посадки ветер у нас западный. Ну, по идее, нужно заходить и как-нибудь пытаться приземлиться. Ну, вот опасно приземляться до домика вот этого, потому что там рулиться планер не будет от слова совсем по земле. Но он, в принципе, довольно быстро становится. Вот, в том месте все оптимально, потому что там самый мягкий грунт, там много раз росла трава, и вот там единственная дорожка идет такая к зданию, но по ней там раньше ездили, сейчас стараются не ездить. Ну вот, планер заходит, да, мы бы тоже с удовольствием зашли, только не можем. Ох-хо-хо-хо-хо. Где бы помягче место найти такое? Ну или садиться в районе Колдуна, но там камни. То есть в районе Колдуна я знаю грунт каменистый, зараза. А нам нужно будет что сделать? Нам нужно будет подвести планерный прицеп, загнать тележку и такими действиями прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг приподнять планер, выпустить, попытаться шасси. Ну, точнее, надо будет сначала разбираться, почему же оно, зараза, не выходит. Почему же оно не выходит? Эх, сволочь такое. Есть два варианта. Позвонить на шляхер прямо с воздуха, спросить у них совета. Да и могу попробовать позвонить. Ну и сейчас позвоню жене, попрошу, чтобы приехала, помогла. Так, ладно, давай пока там советы, так сказать, фигеты, давай попробуем еще раз с этого положения. Давай, я сейчас упираюсь, подготовься, попробуем раскачать. Да. Готов? Да. И раз, и два, и три. Вообще. Ты можешь какой-нибудь ногой, может, уперешься? У меня педали там. А педали отодвинь. Ладно, я уперся, да. И раз, и два, и три. Прям деформация идет какая-то. Ну, да, да. Не понимаю, что делать. Зараза. Давай еще покачаем.
Так, сейчас я попробую, знаешь что? С педалью. Может быть, там отсек есть такой, может быть, с педалью получится. Готов? Да. Пробуем. Так, с правой не получилось, давай с левой. Готов? Да. Да. Давай защелкнем сейчас. Все. Я звоню жене. Хорошо, да. Приезжай на аэродром, посмотришь, где камней меньше. Я пока держусь, у меня еще 7 литров топлива. Но вроде динамик есть. Вот, и я сяду тогда туда, где поменьше камней. Ага, давай. Автобус у нас, мы же на нем приехали. Да, давай. Угу. Веселушка. Ну, сейчас попробую позвонить этому главному конструктору. Сильный ветер боковой, да? Да, он сильный, мы почти не висим. Да, техподдержка не отвечает. Я бы рад пообщаться. Но сегодня суббота. Вряд ли кто ответит. И, в общем-то, они будут правы. Но вот что делать пилоту, который в воздухе? Хотя бы потоки есть хоть какие-то. Это, друзья, был вопрос, спор вчера. Что лучше, электрическое шасси или механическое? Ну вот, говорили, что механическое никогда не отказывает. Ну вот оно. Сука, еще и склон рядом. Шайзе! Ну, товарищи конструкторы, что за... Ну, сейчас надо в любом случае набрать высоты, что мы, видишь, относительно склона попускаемся. То есть я жду Тусю, грубо говоря, сейчас она приедет, начнет смотреть, я пока держусь, то есть смысла сейчас мотор пускать. Ну, а как она бегать будет, там бежать? Слушай, ну она приедет на машине, там подъедет туда прям, к колдуну. Да, нам нужно приземляться так, чтобы мы завтра бы не заблокировали аэродром. Смотри, у нас получается с тобой... То есть у нас вариант заход посадки, естественно, заход только против ветра. Ветер у нас дует сейчас практически поперек полосы. Можно, конечно, наискосок приземляться вот так, через... видишь, сбоку там, мимо колдуна, грубо говоря, наискосок. Максимально коротко. А? Расстояние хватит? Ну попробуем, что? А как обычно ты не хочешь? Ну как обычно получается по ветру нельзя, потому что куча энергии, мы сотрем себе фюзеляж до самой жопы. А, второй вариант наискосок, как я всегда приземляюсь, но есть шанс застрять около домика вот этого и перегородить вообще все, что только можно. Ну или молясь, садиться наискосок, пытаясь остановиться как раз вот в этой, видишь, там низинка такая. Ну попробовать можно на минимальной скорости зайти. Потому что в принципе низинка, там всегда трава росла, я все время там ходил, собирал. Там минимальное количество камней будет. Ой, ну блин, приключения, конечно. Ну что, друзья, сейчас остается только набраться с терпения, спокойствия. К сожалению, склон не работает. То сейчас плюс то, что мы планер и можем немножко держаться в воздухе. Но минус в том, что не работает склон. То есть ветер практически 90 градусов на аэродроме, поэтому только вот эта часть склона чуть-чуть работает. Я пытаюсь сейчас вот в ней выпарить. Но на юг туда я не хочу уходить, что знаю, уже вечер, уже это все может не работать. Поэтому буквально вот у меня кусочек склона, на который меня чуть позволяет просто медленнее снижаться. Я все равно теряю высоту, но достаточно медленно. Не представляю, какой сейчас будет рок-н-ролл. Ой, одно дело нечаянно сесть без шасси, другое дело осознанно. Да, конечно, осознанно не хотелось бы мне делать, но... Я представляю, слушай, вот я сейчас на 1000 на 2 евро приземляюсь ремонтироваться. Ну, то есть, так себе развлекушечка. Уже низко, давай запустимся еще раз.
Так. Да, я выпускаю мотор сам по себе. Боевой запуск двигателя. Так, загорелась лампочка, зажигание. Тормоз снимаю. Поехали. Вывожу мотор на полную мощность. Начинаю набирать высоту. Топливо еще 7 литров. Да, смотри, между полосой взлеты, полосой и стоянкой там вроде как один вариант, а второй вариант в районе колдуна, то есть между колдуном и домиком, вот наискосок, если заходить, там сейчас по колдуну ветер западный, то есть я могу попробовать через плато зайти наискосок и наискосок приземлиться и где-то в районе колдуна остановиться. То есть это от колдуна к домику Мишеля, вот как там грунт. Просто проедьте, я еще повяжу сейчас пока. Ага. Давай. Тормоза гидравлические, а их, кстати, нет, потому что мы там дрочили. О, все, появились гидравлические тормоза. Я спускаюсь, так как компонент ветра все-таки небольшой есть, я захожу с очень большой длиной траектории. Вот, буду заходить издалека, 1200 метров от точки касания, где-то я сейчас. Ну и вот я сейчас доворачиваю спокойненько по направлению к посадке. Сейчас буду ловить ось полосы, только не ось полосы, а я буду стараться находиться чуть левее оси полосы, чтобы, как мы договорились, если что, я остановился бы там на мягоньком, где Туси меня ждет. Вот, так, хорошо. Все идет прекрасно. Закрыл лендинг. Это позволит нам минимизировать скорость. Сейчас я постараюсь как можно мягче приземлиться, чтобы вообще никакого удара не было. Понятно, что сейчас никакой афганский заход не нужен. Так. Чуть-чуть я наискосок, вот так вот иду. Ага. Если что, я домик объеду. Ну, не домик объеду, а так вот сейчас вот вроде как. Хорошо, подводим планете. Мягкий. Чуть-чуть, еще. Как козла я сделал. Называется, когда очень хочешь приземлиться красиво, не всегда получается. Похоже, накрылось заднее колесо. Вот, собственно, почему у нас проблемы были. Ой. Ну и ладно. Главное, что основное есть. Друзья, вот герой. Он не хочет лицо свое показывать, прячется. Ну, не важно. Хочешь? Вот герой. Ой, я реально отчаялся. Было такое усилие, что вот честно, я просто решил, что все, я сдался. То есть вот как та лягушка, которая утонула в болоте, в крынке с молоком. А мой отважный копайлот, он до последнего говорил, давай, вроде как легче стало. И мы, по сути, когда третий раз пустили движок, или второй, я уже забыл, сколько раз мы его пускали, мы начали перед посадкой в зоне этой горы уже пробовать, и что-то хрустнуло, и все-таки
шасси вышло. То есть основная стойка вышла. Ну, как видите, хвостовая не вышла. Звони Танюшке. Почему не вышла, непонятно. Мы прочертили. Я не помню, заехал я на асфальт или не. Туси, ты не помнишь, я заезжал на асфальт? Или как-то мимо проехал? А? Посмотри, не какой помню. След. Задняя не вышла, да? Да. Любимая жена. Очень же ты жена, ты переживала? Переживала. Запуталась, бежала. Я же здесь аэродром бежала. Да, ну вот, друзья, настоящая боевая ситуация, в которой жена показала себя умничкой. Вот там наш дом. Собрала сына, машину, все, и примчалась на помощь спасать мужа. Ну и снимать видео, конечно. Я шучу. Ой, видео в данном случае это не является основным аргументом. Ну что, что нас ждет? Нас ждет разборка, почему же это получилось. Скорее всего, серьезного ремонта не предстоит, потому что когда планер ехал, вот в начальный момент стабилизатор, я заднее колесо точно не прижимал, то есть какое-то время это ехало нормально, потом в принципе вот колесо торчит, и оно даже как-то вот теоретически работает. Видите, на самом деле на колесе все это, но только вот самый кончик там что-то вот. Здесь, наверное, кончик чуть-чуть, ну, могли поцарапать, но не сильно, не сильно. Так что, ну а это вот оно колесо прям даже вот на нем, это видно, что оно прям давит грунт. Фух, эх. Ну что, товарищ конструктора из Шляхера, будете разбираться, what the fuck? А мне придется сейчас собирать планер, разбирать. Представляете, завтра разбираем планер и в понедельник отправляемся на Шляхер ремонтировать в очередной раз. Как же я устал от этих ремонтов вечно. Ну вот заход ваш героический. Там, против там, ветра, там, видите, там, ветер, там, видишь, раздувает. Там. Да, заднего колеса нет. Вот. Не вот. И я качусь, видишь, он хвост висит. Потом, видишь, хвостом хвост ты не висит. Касался там асфальта. Ой, хорошо, как в самом конце. Я почувствовал, что планер вообще не управляется. А, из-за колеса? Из-за колеса, да. Ну вот. Ой, ну. Приключения. Ну, кстати, я думал, петлю сделать. Как в фильмах учат, перегрузка выкинуть. Ну, что-то там было, почему-то подклинило что-то сзади. То есть заднее колесо не выходило из-за чего-то? Оно не давало. Соответственно, переднего. Она не выдавала, видимо, выйти переднего. Интересная такая особенность. Шайзе! Ну, жив цел орел, какой шайзе? Все живы. Друзья, вот так это, как, с одной стороны, можно сказать, что грустная какая-то новость. С другой стороны, я сэкономил 2000 евро. То есть это реально стоимость ремонта. Стойки. То есть, как вы видите, понятно, что вот по такому грунту, если бы здесь вот без камушков взять, то, конечно, можно было бы вот это все поцарапать, снести, но было бы обидно. Из плюсов, когда шасси закрыто, то створки не страдают вот здесь, вот сколько мы не приземлялись бы без шасси, все будет хорошо. И вот это очень дорого ремонтировать, а там, скорее всего, вообще разобраться, почему шасси не выходит. Ну, знаете, друзья, какой я сильный. Никс. А? А, ну да, на радостях Никс. О, и хвостовая камера снимала. Офигеть, вот это будет контент. Огонь. Готов? Раз, два, три. Оп. Оп. Ну, что мы имеем с гуся? Что мы имеем с гуся? С гуся мы имеем... Ха! Вообще ничего! Чуть-чуть этот самый... Оно чуть-чуть торчит, ты. Да я вижу, что он торчит. Видишь, то есть... Оно чуть-чуть катилось. В принципе, мы отделались... Но оно не катилось, но... Оно что-то приняло на себя. Итак, друзья, планер на парковке,
В ангаре завтра будем разбираться, что с этим колесом случилось. Главное, что повреждения минимальные, там красочку поцарапало. Основная стойка цела, фюзеляж чистенький, в общем, все прекрасно. И, как водится, в таких случаях наступает такое состояние, когда вот был адреналин такой, ты пахал, но все закончилось хорошо. И сейчас хорошо, настроение хорошее, но хочется уже как бы закончить, вернуться домой, посидеть сейчас чашечкой чая. Вот и сказать спасибо любимой жене за то, что она примчалась и спасла мужа. Ну, реально, это вот ее фраза была. Еще раз, еще разочек. А ну, давай еще разочек. Вот так что, ну, хорошо, когда жена говорит еще разочек. Ой.